Следующая песня так и называется. Мы ее записали на пластинке вместе с одним знаменитым парнем Жека. Есть такой певец, знаете? Да, он написал песню «Рюмка водки на столе». Да, мы с ним написали, спели вместе песню. Как? Нет, дело не в этом. Спасибо огромное, да. И мы с ним спели песню, которая называется «Мы русские люди». Вы впервые будете слышать, друзья мои. Пусть у каждого будет свой дом и родня, не под рюмку крича, дай нам, Господи, силы ума. Ведь это наше лето, это наша зима. Это наша осень, это наша весна. Ведь это наши стены, это наша земля. И если что, мы ответим, не будете меня. Спасибо!